Один из моих любимых завтраков. Это сейчас я нашла, раньше покупала флатбред в Марк энд Спенсер магазине. Но вот недавно я рассказывала, какой дефицит в магазинах здесь. В чем он заключается? В том, что покупаешь продукт, ходишь, берешь его, ты к нему привык, и вдруг он исчезает, и все, его убирают. Вот у меня был там любимый флатбред, такой сухой хлеб. Понравился мне его состав, и я его все время брала. И сейчас его нет. Еще онлайн не смотрела, но в магазине нет, уже несколько раз подходила, но, в общем, говорят, нет. И вот такой вот у меня еще сейчас. Это не из риса, вот такие хлебцы. У них состав очень хороший. Так, сейчас я приближу. Где это? Угу, вот. А серая мука ржаная 99%. Whole grain. И соль морская. Все. Он, конечно, на вкус никакой. Но супер подходит с этим вот маслом ореховым. И кладу сверху какой-нибудь фрукт. Сейчас у меня киви. Бывает и виноград порежу сюда. И банан. То, что вообще нравится. Любой фрукт. Так, одной рукой неудобно. Ладно, потом. И с кофе. Кофе без сахара у меня. Супер замечательно. Вкусно очень. Маковый кекс, который мне очень любят. И он очень простой, быстрый и очень вкусный. Получается, значит, делаем сначала начинку. Я беру мак 100 грамм и 1 столовую ложку сахара с горкой. И смалываю это в кофемолке. Потом добавляю еще одно яйцо. И кефир. А кефир на глаз, там ложка 2-3 столовых, чтобы он получился не очень такой. Дальше я оставляю это в сторонке начинку и делаю тесто. В тесто я беру 260 грамм муки плюс сода 10 грамм и все просеиваю, размешиваю. А в другой чашке я делаю 3 яйца кладу. Взбиваю это со 100 граммами сахара до пышной такой массы. И потом добавляю 150, где-то даже, наверное, 130 где-то грамм растительного масла и 180 грамм кефира. И потом постепенно ввожу муку с содой. И получается вот такой, как на оладьи, примерно консистенция. И сейчас я буду выкладывать это в форму. Сначала половину теста, потом начинку, а потом опять тесто сверху. И вот так вот у меня получилось. И один лайфхак. Если тесто и начинку смешать заранее, вместе выливать в форму одной массой, то потом получается кекс такого невнятного, некрасивого, неаппетитного цвета. Просто один цвет. Но когда вы укладываете сначала тесто, потом начинку, потом опять тесто слоями. И потом можно взять палочку и вот такими вот движениями вот так вот перемешать. И тогда на разрезе выпеченный кекс получится очень интересного, такого мраморного, разводы такие красивые и очень такой аппетитный получается. Выпекать кекс я выпекаю, нагреваю духовку на 180 градусов и выпекаю где-то 40-45 минут. Потом нужно, конечно, проверить палочкой, сухая она или нет, и допечь, додержать, если она не сухая еще. У меня кекс получился. Я его уже проверила палочкой, деревянная сухая палочка, значит, он пропекся.
Сейчас я его выложу на решетку, и он у меня будет остывать. Мне нравится силиконовая форма, они можно его вот так вот поднять, и он не прилипает. Оттянуть, если что. Так вот. И очень удобно. Вот такой на разрезе я разрезала уже. Он еще не остыл. А такой на разрезе получился. Но если начинки положить меньше, и вот палочкой вот так вот делать, то разводы получается мраморные. Очень красиво получается. Сейчас вот она более густая получилась. Многовато начинки.